Камрадский госуниверситет ежегодно прилагает большие усилия для подготовки высококвалифицированных специалистов и помогает им при трудоустройстве. С этой целью в учебном заведении уже третий год применяется система дуального образования, которая предусматривает не только освоение той или иной специальности, но и возможность опробовать свои знания, в том числе и на практике. Студенты, которые обучаются у нас после второго курса, они по ходатайству экономических агентов, по ходатайству учебных заведений Гагаузии, управления образования, мы отправляем студентов на работу. Они 1-2 дня в неделю работают в соответствующих заведениях или у экономических агентов, получают зарплату. Весь, скажем, социальный пакет услуг, но в то же время получают и образование. Симбиоз накопления теоретических и практических знаний и их закрепления на практике дает возможность студентам понять, правильным ли был для них выбор своей специальности. Они удовлетворены тем, что они делают. И мы замечаем, что из года в год такой процент студентов растет. И в целом мы эту практику будем продолжать и в будущем. На сегодняшний день система дуального образования успешно внедряется по всем педагогическим и аграрно-технологическим специальностям. Обсуждаются договоренности в этом направлении и по специальностям экономического и юридического профиля. Что касается в целом работы Камрадского госуниверситета, поделился ректор Сергей Захария, он рад, что реформа в системе высшего образования, внедряемая в конце 2021-2022 учебного года, не коснулась Камрадского университета. Понимаем, конечно, долю ответственности, которую мы на себя берем. И мы все сделаем для того, чтобы университет Камрадский был в топе сильнейших университетов Республики Молдова. У нас на это есть соответствующее материально-техническое оснащение и база. У нас есть количество студентов. У нас сегодня обучается 1800 студентов. За более чем 30 лет с момента открытия университет подготовил и выпустил более 15 тысяч специалистов из разных областей. Только за нынешний год, подчеркнул ректор госуниверситета, средний процент трудоустроенных выпускников составляет около 70%. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казаку, новости ГРТ.